Беларусь отмечает сегодня главный национальный праздник – День независимости. 3 июля 1944 года ее столица Минск была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. По всей стране проходят памятные акции, концерты, массовые гуляния. Поздравительную телеграмму президенту Александру Лукашенко направил Владимир Путин. Центром празднования традиционно стал Минск. Там состоялся военный парад. Участие в нем приняли 23 механизированных и 19 пеших парадных расчетов. Впервые в составе соединения перед зрителями прошли женщины-военнослужащие. По традиции присутствовали и российские военные. Парадным строем прошли псковские десантники, а в небо поднялись истребители Су-30 СМ и Су-34 и вертолеты К-52 Западного военного округа. Этот ударный вертолет воздушный... В торжественном мероприятии принимают участие военнослужащие вооруженных сил не только Российской Федерации, что стало уже доброй традицией, но и впервые Китайской Народной Республики. Отдавая дань памяти событиям Второй мировой войны, мы помним, что она началась на Западе и закончилась далеко на Востоке. Весьма символично, что сегодня потомки солдат-победителей стоят в едином парадном строю.